В жилом комплексе «Зеленые аллеи» уже почти две недели работает новый филиал централизованной библиотечной системы. Жителей в микрорайоне много, но все ли знают о появлении библиотеки рядом с их домами? Вы знаете, что у вас здесь библиотека открылась? Знаем. Ходите в библиотеку? Ну, еще не удавалось зайти, но планируем. Открылась. Да, знаем. Вот. Как часто ходите? Еще ни разу не была. А хотели бы сходить? Почему нет? Мне уже 65, мне уже не до библиотеки, мне телевизора хватает, вот так. Мы заходили уже. Ну, как вам? Понравилось. Очень рады, что можно книжечки брать. Библиотеку мы нашли быстро. Жители показали. Нас встретила ведущий библиотекарь филиала номер 14 Светлана Земскова. Сейчас часто слышим слова благодарности от жителей этого района. И уже вот за почти две недели к нам пришли... Много пришло и записалось людей, любителей литературы. Библиотека у нас еще небольшая, конечно, но на любой вкус есть литература. От советской и до самых маленьких. И современная литература тоже есть у нас. В библиотеке работают два сотрудника. Заведующая филиалом номер 14 Ольга Савинова сегодня в отъезде. Но нам показали книги, которые она написала. Издания уже заняли свои места на полках новой библиотеки. «Однажды на земле» и «Последнее разделение». Кто желает, может прийти, почитать, посмотреть, ознакомиться. О чем книжки? О психологии, о жизни. Аркадий Степанов раньше ходил в центральную библиотеку, на Заводской. Теперь есть возможность брать книги рядом с домом. Я 4 месяца был в тайге, только приехал, и прямым ходом сюда зашел. Серьезно говорю. Как увидел, что шары висят, библиотека открылась. Мне на душе радостно стало. Я люблю читать очень. Библиотека в современном мире приобретает новое значение. Теперь это центр социальной активности, который открыт для воплощения идей и творческих мероприятий. В этом филиале пока все только начинается, но со временем библиотека оживет и станет местом притяжения детей и взрослых. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ.